Котельня устарела, доживает последние годы. Будем строить новую. Я отдал указание Министерству ЖКХ проектировать в этом году, с тем, чтобы можно было в 2022 году уже опустить на газе современную котельную. Фактически она заменит 4 котельные. Это будет такой единый такой узел тепловой. Что касается газа, то в схеме ХОМС есть. Фактически договорились с руководством «Газпрома» о том, что будем проектировать уже в этом году высокую часть. Мы, соответственно, областное правительство будет финансировать проектирование низкой части газа с тем, чтобы в 2022 году уже было синхронно запущено газоснабжение. То есть фактически будем делать так, чтобы синхронно запустить 3 процесса. Высокая и низкая часть газа и строительство котельной. Очень важно, чтобы мэр города побеспокоился о том, чтобы земельный участок был выделен. Вот мы стоим в этом месте. Нужно будет все отводить, сносить вот эти вот развалины и строить на этом месте новый объект.